Всем привет, ребят! Это у нас такая игрушка, как Clash Royale. Хотел бы я сегодня немножко опять же поиграть на моем четвертом аккаунте. Ну и, собственно, откроем сегодня с вами довольно приличное количество сундучков. Как видите, два бесплатных, серебряный, золотой, ну и, собственно, эпический у меня уже присутствуют. Ну и также попробуем сегодня вместе с вами, ребят, выфармить один королевский. Что из этого получится, увидите прямо в этом выпуске. Поэтому предлагаю начинать именно с открытия серебряного. Потом продолжим открывать именно бесплатное, далее золотое. Ну и, так сказать, напоследок самое вкусное — это эпический. Поэтому, ребята, давайте. Собственно, в серебряном нам ничего не выпало, с бесплатного также первого ничего не падает, давайте глянем, мало ли что-нибудь со второго добротное выпадет. Не, ребят, тоже ничего интересного, так что приступаем, собственно, к золотому сундучку. Золотишко, 5 карточек стрел, 6 карточек варваров, рыцарь и, соответственно, фаербол. Опять же, ничего интересного, ну и, собственно, парни, самое что ни на есть такое, знаете... интригующее, что ли, это эпический сундук. Собственно, давайте небольшое, так сказать, отступление. Что бы я хотел отсюда получить? Ну, без сомнения, зеркало, очень был бы рад, а без сомнения, заморозка, ну и, в принципе, наверное, все. Молния мне не особо нужна, ну и, как бы, остальные карты также не нужны, потому что на этом аккаунте я ничего не прокачиваю, как бы, давать мне, допустим, еще один яд или что-нибудь из этой серии мне, в принципе, не нужно, поэтому надеюсь на те карты, что я только что перечислил, но вообще будет довольно неплохо, если выпадет все три новые карты, то есть ради коллекции будет очень здорово. Ну ладно, все, ребята, больше времени не тяну, погнали именно открывать. Собственно, первой эпической картой становится молния, мы ее с вами вскрываем, это очень даже неплохо. После этого три карточки пики, ну и именно последняя карточка, ребята, становится арбалет. Ну, в принципе, хотя бы одну открыли, это уже радует. Ну что, ребят, в принципе, сундучками, ну, я сказать так, доволен, в принципе, могло быть и хуже, а так посыпало вроде ничего так. Так что можно, в принципе, отправляться в нашу первую карточку. Ну что, ребята, собственно, погнали, получается, в нашу первую каточку, о чем я вам и говорил. Ну и, собственно, первый уровень против седьмого. Как мы видим, здесь у нас такая ситуация образуется. Ну и давайте будем всячески пытаться вытаскивать. Я хотел бы прямо сейчас, на самом деле, ребят, выдать ведьму именно здесь. И потом, на самом деле, докинуть просто на... Что? Ладно, бывает. То есть, что-то, наверное, лагануло у пацана, ничего страшного. Так вот, продолжу свою мысль. Я бы хотел, ребята, после этого просто-напросто здесь выдать такого юнита, как гигантского скелета. Здесь бы я с удовольствием докинул огненных духов. Видимо, со своим сплэш-уроном, конечно, хорошо, но желательно гигантскому скелету сохранить как можно больше хитпоинтов, попытаться довести его до вышки, там все дела. То есть, короче, чтобы КПД был максимально, максимально хороший. Это, я думаю, всем понятно. Ну и, собственно, ребята, буквально с нашего первого захода мы забираем у противника практически целую башню. Это не может не радовать. Собственно, Валькириан на контринг его ведьмы и армия скелетов на контринг его хога. Правда, он всего лишь тычку все-таки, но смог сделать. А вот это вот уже немножко неприятно. Так, ребят, я думаю, чтобы добить вышку справа, нужно однозначно скинуть гоблинскую бочку. Не поскупиться, как бы, в плане эликсира. То есть, сейчас, не знаю, зажмем или-ка потом будет довольно фиговая ситуация. И, в принципе, ребята, да, довольно неплохо. Я считаю, мы отдефались. Здесь у меня однозначно идет ведьма. И, в принципе, сама ведьма, скелетики, которых она колдует, вышка, которая нам всячески хелпует, однозначно должны нам помочь. Да что ж такое? Как же он так успел воткнуться? Ладно, она хотя бы у меня выжила, и я буду очень надеяться на то, что получится у нас забрать вышку справа. Хотя бы тычку сделай, видимо, там тебя скелетики прикрывали хотя бы. Ну ладно, ладно, ребята, собственно, ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Так, ну, собственно, однозначно Валькирия, собственно, однозначно армия скелетов. Здесь вообще никаких других вариантов исхода событий я не вижу. Тем более, он только что потратил свои стрелы. Здесь все предсказуемо. Давай, братан, орду миньонов. Ну, это не совсем орда миньонов, но, в принципе, должно проканать. Ну, по крайней мере, вышку я у него забрал. То есть, это уже неплохо, но против орды миньонов, которая сейчас уже должна однозначно будет вот-вот пойти, я должен всегда под рукой держать у себя баночку. Баночку яда? Но здесь я скину пока гиг скелета. Да-да-да, ребята, давайте баночку яда я сразу же и докину. Собственно, по идее, поизон должен будет много чего вытравить. И даже если гиг скелет у меня помрет все-таки, что, скорее всего, случится, мы в любом случае заберем у него ведьму, потому что если не поизон, то бомбочка его заберет. А это, ребята, очень-очень даже здорово. Так, после этого здесь у меня идет подруга-ведьма, после этого я, ребята, ух ты, да ты чего, неужели он реально успеет? Нет, погодите, он пока не успел забрать у меня вышку, та, что была справа, это просто отличная новость, но так, срочно дам, пожалуй, Валькирию здесь, чтобы как можно быстрее всю эту ерундистику забрать. Здесь у меня почапает гигантский скелет, против его орды миньонов я приготовил таких товарищей, как огненных духов, они отлично себя проявляют. Здесь у меня однозначно летит, друзья, моя гоблинская бочка, там же я скидываю армию скелетов, если он даже пойдет в атаку, то я, в принципе, на это просто забиваю, потому что я сейчас буду пытаться
его всячески продавливать, и по идее он должен этого будет довольно жестко сэкануть. Так, ребята, если бы не его армия скелетов, я уверен, более чем, мы бы все-таки успели однозначно забрать у него вышку та, что центральная, но в принципе, раз не успели, то ничего страшного, потому что это победа, ну и как бы, если за большим количеством каких-то зайцев погонишься, то, как правило, ни одного не поймаешь, поэтому такой результат меня более чем устраивает. Ну что, собственно, на открытие оставлю золотой сундучок, также, ребята, давайте откроем с вами королевский, который именно только что выформили, ну и глянем, что нам здесь попадется. Золото, гемы, миньоны, духи, ну, такое на самом деле, в принципе, не особо интересное, поэтому едем дальше. 6-й уровень. Ну давайте ему что ли удачи пожелаю, не знаю почему я решил это сделать, ну просто так, короче. Собственно, да ладно. Это либо тактика от дефа, то есть чисто закидывать вышку, придется армию скелетов тратить, я довольно долго тупил. Так вот, это либо тактика от дефа, то бишь страта заключается в том, что ты будешь тупо закидывать башню противника ракетами, вообще любыми заклинаниями, и сам просто сидеть на дефе и не подпускать противника вообще на свою территорию. Но, насколько я понимаю, это нифига не тактика от дефа, только знаете, в чем проблема, я тогда вообще нифига не понимаю, а что вообще происходит? Почему он как бы так просто подпустил меня к своей вышке? То есть, да, я, конечно, потерял сейчас в ответочку свою башню, та, что слева, но елки-иголки, я забрал у него почти центральную. То есть, центральную башню. Еще один успешный заход, я забираю центральную башню и выхожу победителем. Это очень странно на самом деле все, насколько мне кажется. Давайте отдам здесь гигантского скелета. Я попробую успеть это сделать. Да, ребята, я вроде как успеваю. Это, соответственно, все дело провернуть. Здесь я чисто с помощью огненных духов попробую отдефаться от этого шарика. Это, конечно, не столь эффективно будет, но, блин, тычки две мы всего лишь... О! А ведьма не втыкала. Ведьма вышку поломала. Вот это крайне здорово, ребята. 31 трофей на руки, 3 короны, серебряный сундучок. Вот это вот мне нравится, слушайте. Вот это вот классно. Так, у нас, кстати, обновился в магазин. Абсолютно ничего интересного там не попадается. Ну да и фиг с ним. Потому что мы, ребята, едем катать дальше. 6-й уровень. Так. Так, братишка. Ну что? Что ты нам сможешь противопоставить? Как вы, ребята, смотрите на то, чтобы я скинул, допустим, ведьму позади центральной моей башни, чтобы она в дальнейшем пошла по правой стороне, и дальше можно будет скинуть валькирию как танка. Здесь однозначно армия скелетов у меня пойдет, можно еще... Нет, ребят, валькирия как танка не получится реализовать, потому что я решил с помощью этого дела вот так вот, соответственно, все провернуть. И давайте попытаемся затанчить с помощью армии скелетов. Такая, на самом деле, себе затея, но, в принципе, ребята, как вы сами видите, это работает. Ёлки-иголки, вы гляньте, какой урон я доношу по левой вышке, еще и заставил его потратить стрелы. Вот это вот было однозначно не зря. Вот это вот мне понравилось. То есть, заставили противника потратить кучу эликсира, то есть он там что-то дефался от атаки справа, а сам пытался атаковать. Но я благополучно задефался, не получил ни единого поинта урона по моей вообще ни одной из вышек. Это офигительная новость. Соответственно, сам в ответочку нанес довольно такой кошерный дамаг, как вы сами, ребята, я думаю, могли уже заметить. Ну и одним словом, все просто офигенно. Что это такое? Маленький дракончик? Серьезно? На правую сторону. Армия скелетов для того, чтобы законтрить гиг-скелета, который в любом случае заберет у тебя вышку. Можно я просто промолчу, то есть я, ну, типа, это, как это сказать, так-то сформулировать мысль, я просто, ну, серьезно, я не знаю, что сказать. Так, я здесь постелю поздно, однозначно, правда, скорее всего, я, возможно, потеряю вышку справа, потому что, ну, урон залетит. Да, ребята, я все-таки не смог отдефать свою башню, ну, елки-палки, что вообще происходит? Какого фига тут творится? Я не понимаю, серьезно, это очень сложно для меня. Происходит просто какая-то ерунда. Ладно, соответственно, ждем его принца, скидываем армию скелетов и, конечно же, благополучно его выкантриваем. Также еще и Хог заодно. Сейчас бы все так просто, вот лично мне на руку отыгрывать, братан. Спасибо тебе огромное. После этого, ребят, есть скелет, после этого гоблинская бочка, огненные духи под его... орду миньонов, которая, к сожалению, не пошла, но, в принципе, бог с ним, потому что мы с вами должны сейчас вообще... Я промолчу, хорошо? Я просто, ну, я не хочу это комментировать. Он только что, чтобы вы понимали, взял и отдал мне свою орду миньонов. То есть взял и просто-напросто ее отдал. Он скинул орду миньонов под бомбу от гигантского скелета. Да, просто взял и так спокойно отдал. Ладно, дружище, как бы за ошибки нужно платить.
здесь 100% так оно и работает. Еще 3 короны, серебряный сундук. Ну и, в принципе, ребята, я забил ленту с сундучками. И, в принципе, я доволен. И на этом я, наверное, буду заканчивать. Да, согласен, выпуск получился не особо-таки длинным, но, ребята, как по мне, он вышел крайне продуктивным. Мы сыграли 3 катки, 3 из которых мы победили. Мы с вами открыли довольно неплохое количество сундучков, и, в принципе, довольно неплохое количество карт мы из них и получили. Поэтому я реально хотел бы очень сильно верить в то, что выпуск вам понравился, несмотря на то, что он вышел довольно коротким. Но я думаю, как говорится, дело не в длительности, дело в том, какой он вышел. И это самое главное. А вышел он, как по мне, просто замечательный. Фух. Ну что, друзья мои, на этом я буду заканчивать. Огромное вам спасибо за то, что вы его смотрели. Желаю вам удачи, счастья, добра, здоровья, всего самого хорошего. Да, наверное, скажу все, в принципе, как обычно. Увидимся мы с вами совсем скоро, в ближайшем будущем, на новом ролике или на новом стримчанском. Всем, друзья мои, пока-пока.